Смотри-ка, его магия это не берет почти. Эпизод будет короткий. Да, сейчас тебе красиво. Вот получилось. Вот получилось. Всем привет! В сольном прохождении Dragon's Dogma. И это 79-й эпизод. Прохождение, которое я зафейлил. И я вынужден теперь его переигрывать. Потому что, к сожалению, я записал прохождение, я смонтировал ролик. И я взял его и благополучно удалил просто. Я не знаю, это просто вот... Просто так бывает у меня, наверное. Поэтому придется сейчас... этот эпизод будет быстрее, чем тот 79-й эпизод, который был изначально. Так, сейчас я посмотрю задание. Мы убили смерть. Видение конца под разными небесами. Это все не то. Мы убили смерть, мы... Эпизод будет короче, он был час, я надеюсь сейчас где-то за полчаса сделать то, что... Ну, не сделать все то, что было в эпизоде, естественно, это не будет так. Самое обидное, что... Пропал эпизод, конечно. Игра впустую получается. Ну, когда записываешь, уже не хочется, чтобы такое было. Приходится уже после прохождения игры доигрывать. Ну, у меня еще такое круглое число получилось, как раз в 10 эпизодов. И мне... Я бы мог, конечно, скипнуть его. Но это тогда вообще будет непонятно, что произошло, как произошло. В общем, в 79-м эпизоде я проводил тест, тот, который исчез. Я проводил тест на мэн-итерах, на червях, которые выскакивают из сундуков. Что будет, если стоять на бочке и открыть сундук? Схватит он или нет? Ну, как выяснилось, да, он хватает довольно благополучно. Вот, просто есть место, где он не хватает. И, ну, там мы стоим ниже этого сундука. В общем, в чем прикол был серии? В том, что я взял вот это задание королевским указом. В Синелунной башне мы уничтожаем Виверну. И в алтаре бога воды уничтожаем Вирма. И как раз вот... Уничтожению Виверны был посвящен 79-й эпизод, точнее половина этого 79-го эпизода. Первая была вот... Просто я здесь бегал, что-то делал довольно долго. В общем, честно говоря, в какой-то степени бестолковый эпизод. Поэтому, может, оно и к лучшему. Может, оно и к лучшему. Но мы сейчас... Мы сейчас пойдем... Бить Виверну. Так, все. Сейчас у меня надолго будет штурмовые сапоги. Ладно, пойду так, как есть. Только надо навыки поменять, потому что у меня там... Так, а нет, в принципе, все нормально. Все, в принципе, меня устраивает. Единственное, что... Мне бы пригодилось... Зачарование льда? Нет.
Парирование льда, наверное, мне пригодилось. И неприкосновенность мне нужна. Ой, неприкосновенность очень нужна. Я из-за смерти ее менял. Ну и в целом нормально. Освобождаемость, конечно, сейчас лишняя по сути. Кого нам освобождаться-то? Ну да ладно, пусть будет. Ну и скинем, как говорится, лишнее. Костяные фонари 3 штуки. Сапоги тени. Так, все, погнали тогда. Сначала я, наверное... Зачем я хотел в Грансорен заглянуть? Зачем-то я хотел туда заглянуть. В черной пушке я хотел заглянуть. Ну ладно, не будем. Так, вот это сначала используем. А, да, я хотел к Фернавалю заглянуть за этими, за амулетами. У меня, по-моему, еще есть. По-моему, еще есть. Извините. Так, ослепление, все это. В принципе, не надо. А, да, я ходил по острову. И поменял себе шлем на золотой. Короче, я, наверное, буду выглядеть по-другому немного. Сейчас посмотрим. Я менял шлем. Просто как-то это самое. Чтобы все хотя бы логически совпадало. Хотя уже, наверное, не будет. Тут были... Наручи убийц, по-моему, я одел, да? Да, вроде бы их. Полегче я хотел еще, чтобы было. Пытаешься вспомнить, что ты делал, что не делал. Так, все. Перемещаемся в стремительную высь. Или как она называется? Да. Стены тонкие, у соседей какой-то бред происходит. Не знаю, меня не слышно. Останется зачарование, нет? Да зачем мне парирование льда? Ой, я кольцо-то не одел. Ну ладно, здесь и этого хватит. Здесь это за глаза вообще хватит. Эх, жалко все-таки эпизод, как жалко, а? Снимал с него. Главное, что я смонтировал все. Время потратил, блин. Сейчас приходится заново перепроходить все это. Ну. Пташка.
Смотри-ка, его магия это не берет почти. Вообще магия не берет его. Давай смотреть. Ай, парирование грозы надо было брать. Я забыл. Так, кстати, не-не-не-не, давайте серьгу драконьей крови оставим. Ну-ка, магма его возьмет. О, сразу. Сразу убило. Вот так вот. Усилители-то работают. Что ты взять-то не даешь? Должны еще гарпии слететься. Не, парень, я дожидаться твоего выстрела не буду. Так, пойдем этим путем. Ой, зачем я их взял? Зачем я их взял? Здесь я уже это проходил, конечно, здесь, в принципе, парирование магмы отлично работает, чтобы все это зачистить, всю эту лесенку без проблем. У меня так красиво получилось, сейчас не знаю, получится так красиво, нет? Ня. Да, сейчас тебе красиво. Нет? Получилось. Вот получилось. Разбился. Не сработает, наверное. Мимо, дурочка.
Так, ладно, меня ждет товарищ. Сейчас мы будем его замедлять. Поэтому вооружаемся. Так, кстати. Против него я уже возьму когти зазубренные, потому что понадобится. Блин, с таким звуком, конечно, я извиняюсь за соседа. Но ему вот надо сегодня это сделать. А мне нужно уже доделать то, что я... Надеюсь, не так сильно его слышу. Так, чтобы эта битва не была очень долгой, мы сделаем следующим образом. Эпизод будет короткий. Полетать не получится, как в прошлый раз. О, да. Сорян. Сорян за эти звуки. Тут ничего не поделать, боюсь. Ремонт вовсю идет. Ну, в общем-то, как-то так. В прошлый раз дойти до этого места у меня заняло около часа. Ну, я говорю, я там занимался всякими непотребствами, выманивал червя из сундуков и прочее. Вот, а здесь будет такой короткий эпизод, 79-й, перед финальным. Так что всем пока. До встречи в финальном эпизоде.